Привет, с вами Зверько, и что-то давно не было ML-фактов. Наверстаем. Разберем недавно апнутый айтем – Оракул, или на русском – Божественное вдохновение. Полностью собранный Оракул даст нам за 2110 золотых 850 хп, 36 магической защиты, 35 хп реген и 10% КД навыка, что неплохо, но нас интересует пассивка – Крик. После получения урона в течение 4 секунд герой восстанавливает 8% своего хп. У способности перезарядка 6 секунд. Нужно сразу отметить, активируется пассив при уроне по хп героя, то есть если на вас висит щит Афины или у Джонсона сработала его пассивка, пока щит не пробьют, пассивка не активируется. Итак, как это работает? Бальмон получает урон и восстанавливает 102 хп в секунду 4 раза. Это 408 хп, при максимальных 5122 хп. То есть, если входящий урон меньше, чем отхил, атака по нам будет нас лечить. Этого можно добиться, увеличив защиту. Что интересно, КД навыка начинается сразу же, с первого знака исцеления. То есть, после того, как вылетели последние цифры исцеления, проходит 2 секунды, и мы вновь получаем урон, пассивка срабатывает снова. Исцеление зависит от максимального количества хп, что подтверждается покупкой айтемов на увеличение хп. Так, вместо 112 за тик, Бальмонт начинает исцеляться на 130 хп за тик. Кому это может быть полезно? Танкам с малыми затратами маны и либо большим запасом хп, либо упором в броню. С помощью этого предмета вы можете исцеляться прямо при фарме леса или зачистке линии. На этом все. Подписывайтесь, жмите в колокол. Всем пока! Download for free. Mobile Legends. Bang Bang.